Божьим почерком. Спасибо. Итак, и мы начинаем первый доклад. Сегодня маленький должок за прошлый день. Это Фабио Борхес и Юрий Орлик. Юрий Орлик опять выступает. Шахматы как активная стратегия обучения. Международный проект в школах района трех границ Бразилии, Аргентины и Парагвая. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я снова хочу поблагодарить организаторов конференции за включение этой работы в программу, чтобы можно было рассказать об этом проекте. Это проект об активной стратегии обучения через шахматы на проекте трех границ Бразилии, Аргентины и Парагвая. А как мы уже говорили много раз и вчера в разных докладах, что шахматы очень важная стратегия для школы, для дошкольного обучения и даже для университетского обучения. И поэтому вот этот проект, о котором я буду коротко рассказывать, тоже построен именно на базе этого влияния положительного влияния шахмат на способности школьников и молодежи. Этот проект.